Меня зовут Аня, и мне 12 лет. Я мечтаю научиться летать. Я не знаю, каким это образом. На самолетах я очень боюсь летать. Ну, я в маму пошла, потому что она тоже очень боится летать. Не знаю, просто мама постоянно нервничает и как бы постоянно говорит, а вдруг это, а вдруг то. И, в общем, я стала тоже бояться. Я не тихая. Ну, как бы не хочется показаться странным. Я упертая. Допустим, у меня что-то спрашивают и могут даже это доказать каким-то образом. Но я все равно буду говорить, что это не так. Я бы хотела сыграть какую-нибудь главную роль в каком-нибудь фантастическом фильме. Настоящее, мистическое, когда привидения, там, призраки всякие. У меня есть подруга Настя. Здорово с ней проводить время. Мы очень часто ночуем у друг друга, живем неделями даже. Когда, ну, она с кем-то гуляет, ну, конечно, мне становится немного обидно. И вот, и ревную, в общем, я ее, и она меня тоже. Я бы хотела, чтобы все бедные люди были достаточно богатые, и чтобы жили хорошо, не зная бед и несчастья.